Привет, Ютуб! Привет, наши подписчики! Парни, сегодня здесь, в Петерыше, будет проходить закрытие снегоходного сезона. И еще будут снегоходные соревнования. Ну что, давайте начнем, посмотрим, чем сегодня все закончится. Встречайте, Петерыш, закрытие снегоходного сезона. Вот эти люди как раз для вас тоже делают суперский офигенный контент. И также сегодня здесь будут проходить соревнования по ориентированию и, соответственно, снегоходному биатлону. И еще здесь можно было сегодня совершенно спокойно записаться вот на эти два новых, совершенно новых два снегохода под названием «Хаос». Это снегоходы 2019-2020 уже года. Самый лучший снегоход. Уточки отдыхают, честно. Что понравилось поконкретней? Рулежка. С чем сравнивать? С Патриком. Если с Патриком сравнивать, то газ, курок газа прям слушается четкий такой снегоход. Амортики пока не успел понять. Снег такой. А сейчас какой снегоход? У меня? Да. У меня Акс. Патрик, да? Нет, нет, нет. А, 800-ка, да? 800, да. И что, как? Задумывались поменять? 100%. Будем брать. Будем брать. Снегоход, на мой взгляд, один из, даже не один из, а самый идеальный. И это идеал конструктивной мысли Polaris инженеров. Здесь много чего поменяли от угла атаки, шестеренки, ролики. Снегоход полностью послушный, заваливается в траверсе, не срезает абсолютно склон. Делает то, что он хочет, как послушная жена. Со многими могу снегоходами сравнить, но я думаю, смысла нет, потому что это прелесть. Ну как впечатление? Слушай, ну, да ладно. Такие слова прям, знаешь, удар-атака, бум-шакалака. Это сказка, это фан, мазефака. Офигенная тачка. Ребята, это бомба. Я определился со своим следующим снегоходом. Я другой даже пробовать не буду. То есть вы на этом снегоходе можно не уметь ездить вообще. То есть это снегоход для тех, кто ездить не умеет. Он едет везде сам, он прощает вообще все ошибки. Он едет вообще просто в гору. Ты просто останавливаешься, и он начинает ехать в гору. Ребята, и как же я мог упустить такую возможность, как рассказать вам еще об одном новом снегоходе, РМК Эва. Это считается подростковый снегоход, но поверьте, он вывозит очень даже хорошо людей, которые весят за 100 килограмм. Мы вчера его катали, пробовали, и он вот такой. Имейте в виду, на рынке теперь есть РМК Эва, подростковый снегоход. Покатись. Вот сказка, вот она, волшебная сказка, да, Лех? Вообще шикарно. Это как раз новый детский снегоход, правда, я не могу сказать, что он детский. Кнопку вверх, да. Он просто вывозит очень круто. Очень круто вывозит. Как рулится? Вообще шикарно. Идет отлично, не взрывается. И еще хочу вот вам представить Саня. Это Саня Лист, который вот именно он, тот самый человек, который поет вам вот этот вот замечательный рэп. Эй, братан, здесь снег. Да, и, соответственно, рассказывает вам про клайм. Вот. А, еще у нас же здесь собралась куча лидеров мнений, которые приехали и говорят: мы сейчас вам всем расскажем о новых снегоходах. И вот тот самый человек Грегор.
Игорь, который пишет все это дело на сноумобайле, правильно? Да. Специально приехал сюда для того, чтобы прокатиться на новом хаосе. Да. Так что просто ждем его впечатления об этом новом снегоходе хаос. Ну и, конечно же, он наверняка прокатится и на новом РМК Эва. Саш, что сейчас происходит? Сейчас подходят участники второй группы, мы, соответственно, сверяем списки, кто записался, и даем снегоходы на тест. То есть случайных людей здесь не будет? Ну, надо записываться через дилера. Так что, ребят, не стесняйтесь, записывайтесь. Парни, вы где записались? Мы у Екатеринбурга, в Челябинске. Мир увлечений, Челябинск. Вот видите. Позвонили, дали свою фамилию, проявили желание прокатиться. Вот сейчас будем кататься на новом. Сейчас попробуем, как это все выглядит. Мотор резвый. Как-то, видимо, может, сила тяжести, центр тяжести ниже. Управляется очень хорошо. Ну, как и ко всей технике надо привыкать, и все получится. Полярис сила. Самый лучший снег у нас. Самый рыхлый, самый крупный, самый большой. И это, говорит, не простой человек. Это... Как еще раз? Первый заместитель главы района. Первый заместитель главы района. Ребят, ну мы находимся на закрытии снегоходного сезона, который организовала компания «Брат». Сейчас уже третья группа уехала катать на новом снегоходе «Хаос». И мы ждем их новых впечатлений, которые они приведут с собой. Рядом со мной сидит Александр, который один из организаторов этого прекрасного мероприятия. Сань, как у нас здесь все проходит? Всем привет! Все отлично, погода шикарная, люди вообще настолько позитивные, настолько они искренне отдают эмоции и свои впечатления, что просто попадаешь вот именно в это. Все называют «Снегобратство». Реальное братство, и все здесь друг другу помогают, и все друг друга знают. Так что, ребят, просто смотрите канал «Чеховские проходимцы». Мы будем вас радовать и рассказывать о чем-то новом и необычном. А мы продолжаем. Квадр, ребята, вон здесь еще ребята стоят, уже как бы тоже готовы к этому замечательному действию, как квадр, ребята, вон. Все, отхожу. Мы участвуем сейчас в биатлоне. Победит сильнейший, да? Все, ждем. Вот он, красава просто. Марсель, ну что ты, давай. Шансы есть? Ну, мне кажется, у тебя все шансы, чтобы быть первым. Молодец, поздравляю. Ну давай подождем сейчас всех остальных и узнаем. Да. Хочу узнать твое впечатление о нем. У меня охустрянка. Это что такое? Как скитострянка, захотелось очень. Очень захотелось? Сейчас на чем катаешься? Аксис. Аксис? 800, да. Есть различия? Есть. И в плане управления, и в плане... Ты очень сильно устал, просто не чувствую твоих эмоций. Просто где эти эмоции? Устал. Там остались. Там остались? Да. Вау! Вот так вот. Всем поаплодируйте, музыканты! Ребят, вот и подошел к концу завершающий день закрытия снегоходного сезона от компании Brand Polaris, которая является эксклюзивным дистрибьютором мототехники Polaris России. Большое спасибо, что смотрите нас. Мы были рады вам показать, что здесь происходило. Были рады видеть вас здесь. Ну, а тех, кого еще сюда не занесла судьба, мы всех зовем, приглашаем. Катайтесь, получайте удовольствие. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока!